Изя Кац и другие русские. А теперь послушайте меня, говорил Алик из Кишинева. Больше всего в Израиле мне нравится то, что здесь нет антисемитов. Конечно, нет, соглашался с ним Зяма. И это понятно почему. В Израиле евреи сами так ненавидят друг друга, что антисемитам здесь уже делать нечего. Кстати, Алик вступал в разговор Фима Штурм из Днепропетровска. Я слышал, вы гинеколог. Говорят, что гинекологи в Израиле хорошо зарабатывают. О чем вы говорите, Фима? Из всех врачей меньше всех. Мы, гинекологи, зарабатываем ровно в 32 раза меньше, чем, например, дантисты. Откуда вот такая точность? А вы считаете сами, у человека сколько зубов? 32. И каждый болит правильно. А то, что лечит гинеколог, есть вообще не у каждого человека. А вот меня в вашем Израиле вообще ничего не нравится. Начинает скандалить Сёма Кац. Тут в Тель-Авиве даже пляжа нет приличного. Вот у нас у Норильске был пляж. Уймитесь, Сёма, какой пляж в Норильске? Что значит какой? Самый крупный в мире моржовый пляж. Сёма, налейте мне еще пиво и посмотрите, какая дама напечатана в газете. Посмотрите на ее бюст, Зяма. Он же просто не помещается на обложке. Так они пишут, смотрите продолжение в следующем номере. При чем здесь бюст? Что за газеты вы читаете? Вот у меня такие приличные газеты. Пожалуйста. Они пишут, что один Олег Хаташ застрелился на нелегкой дороге абсорбции. И что, удачно застрелился? Очень удачно. Прямо с одного выстрела. Ну не дать не взять ворошиловский стрелок. А у нас в доме двое повесились в понедельник. Говорит Сима из Воронежа. И главное, так удачно подрасчитали. Им счет на электричество пришел на следующий день во вторник. А их это уже не колышет. Редактор